Привет, я Чебаков Назар и учусь в Энергетическом институте Омского политеха. И сегодня мы с вами прогуляемся в мир электроприводов. Специальные электромеханические системы находятся во многих устройствах. От маломощных приводов зубных щеток, стиральных машин и электросамокатов и до мощных дробильных станций, дронов и многого другого. А чтобы все это работало исправно, есть мы, будущие специалисты в этой области. Нас обучают, как рассчитывать и исследовать электромагнитные поля и устойчивость работы электроэнергетических систем, способом и методом осуществления процессов производства, преобразования, применения и управления потоками электрической энергии. Контроль качества элементов, устройств, аппаратов и их компонентов – это тоже наша работа. Во время учебы мы учимся настраивать и подключать синхронные генераторы и ветроэнергетические установки. Проектируем, моделируем и разрабатываем электрические приводы, электромеханические преобразователи, микропроцессорные системы управления. Например, в электротранспорте это разработка приводов квадрокоптера или электросамокаты, электромобили и многое другое. Закончив МГТУ, я смогу стать инженером-электриком, специалистом по работе с электромеханическими комплексами и системами. Смогу обеспечивать надежную работу электроприводов, погружных электродвигателей в нефтеободобывающей отрасли, задвижек в трубопроводных системах, компрессорных и насосных станций. Как специалист я буду востребован в ПАО «Газпромнефть», Омский завод транспортного машиностроения, «Роснефть», «Югансктнефтегаз», НТК «Криогенная техника», филиале ПАО «Россети Сибирь Омскэнерго», ТГК-11 и других топливно-энергетических комплексах, конструкторских бюро и научно-исследовательских лабораториях. С нами ты подчинишь себе любую энергию,